Марина Александровна, скоро будут выборы мэра Бельцев 5 ноября. Какое ваше решение о том, быть кандидатом в мэра или не быть? Мое личное желание, я его уже озвучила не один раз, это, конечно же, быть мэром этого замечательного города, муниципия Бельцы. И не ради функции, повторюсь, а потому что я помню, чувствую и сейчас поддержку бельчан, их теплоту, их энергию. Хочу вам сказать, что весь этот год, который был очень сложный для меня и для нашей команды, я чувствовала, что мы им нужны, что я им нужна, что команда Илона Шора им нужна. Что это люди, которые почувствовали, можно даже сказать, ощутили надежду, которую у них забрали беспардонно и незаконно. И мы всеми силами будем бороться для того, чтобы отплатить нашим добром и теми проектами, теми вещами, которые должны для них, которые обязательно будут реализованы в Бельце. Но помимо моего желания, я очень рада, что есть решение, и что на сегодняшний день наш председатель Илон Шор и наша команда видит меня в качестве человека, который должен отвечать за Бельце. Мы еще не объявляем то, что касается официального решения по поводу кандидатов, но, как я еще раз и повторюсь, это очень большое мое желание, и я рада, что это желание находит поддержку у председателя партии, у руководства партии, у всей нашей команды. В любом случае, как бы ни состоялись юридические обстоятельства, потому что есть еще и в этом определенный нюанс, я здесь, я буду с бельчанами, и все, что мы обещали бельчанам вместе с Илоном Шором, мы обязательно реализуем в реальность и обязательно сделаем так, чтобы Бельцы стали также городом и местом мечты. Хочу сказать для всех, это очень важный момент, потому что вижу, что очень много дезинформации, что мы оспариваем решение Конституционного суда в Европейском суде. Также мы уже оспорили в Конституционном суде решение парламента, законопроект, который был проголосован в двух чтениях, о том, что некоторым представителям партии ШОР не разрешено баллотироваться. После этого, в зависимости, конечно же, от решения КС, мы также пойдем в международные инстанции. Существует ускоренная процедура, о которой мы знаем, и мы очень надеемся и верим, и сделаем все возможное для этого. Наш председатель делает огромное количество шагов, в том числе и по нанятию международных правозащитников, чтобы мы восстановили все права партии ШОР и права нас всех участвовать в выборах. Но повторюсь, то, что я говорю каждый день команде, и то, что я могу сказать публично, имея на это разрешение и решение руководства партии, это то, что я здесь, я в Бельцах, я в любом случае, в любом формате, в любой функции, при любой формуле буду здесь, и пока мы не выполним все то, что мы обещали прекрасным людям, о которых забыли и о которых никто не заботится, мы свое решение не изменим. А я знаю... При плохом сценарии что возможно? Какие действия ваши от партии возможны? При плохом сценарии, повторюсь, мы найдем любую формулу, чтобы баллотировалась я, чтобы баллотировались наши представители, и чтобы мы выигрывали здесь, в Бельце, в любом случае. То есть победа будет в любом случае за нами. Спасибо.